Ну давай. Приветствую, дорогой Максим. Как жизнь молодая? Хасан Магомедович, мое почтение, жизнь в порядке, ждал нашего с вами сегодняшнего диалога, а в предвкушении нахожусь. Где вы Да, у сидите? нас именно в среду в 20 часов будет открытая трансляция, бесплатный ликбез очередной, ну, на очень важную тему, которую все просили. Это по отвыканию от вредных зависимостей, вредных привычек, от тортиков там, от игры в казино, от гаджетов детских, когда все сидят и никак не могут отцепиться от этих телефонов. Ну, будет, и там будет прием 5 секунд, который снимает стресс, который давно обещан, все ждут. В Телеграме это все будет проходить. А еще будет, что важное проходить, сейчас я одну вещь скажу. Когда человек от чего-то отвыкает, он должен чем-то это заменить. Да, во-первых, там будет сказано, чем. Потому что слушайте новую концепцию, которая тоже впервые в мире. Дело в том, что всем понятно, что когда человек занимается любимым делом, он счастлив. Да, всем понятно, что найти свое место под солнцем – это найти свое любимое дело. И чтобы оно было в тренде, в востребованности. Тогда он и себе полезен, и людям. Всем понятно, но дело в том, вот сейчас я скажу что-то новое, что дело в том, что человек всегда в диалоге с обществом. И найти свое любимое дело – это быть с обществом на языке своего таланта. Вот, например, у нас Хабиб, боксер, борец, потому что он на языке своего таланта в диалоге с обществом. Поэтому его все знают, любят, почитают. А кто еще, Максим, у нас? Например, в футболе. В футболе, например, Ну, кто? в футболе Месси или Рональдо, это тоже люди явно находятся на своем месте и реализуют свой талант. То есть это не люди, которые пришли туда ради просто зарабатывания денег. Ну, конечно, То есть конечно. первой причиной была именно какая-то жажда. Природа, генетическая природа, и он попал на свое место, он в диалоге с обществом на языке своего таланта. Так, Да. а, например, в пении, кто там среди молодых у нас сейчас? Слушайте, ну сейчас мы, если начнем по всем молодым, очень много будет критики. Я помню только старую школу, которую, ну, которая для меня никогда не испарится из моего сознания. То есть Фрэнк Синатра, Элвис Пресли, Да. это те, кого знают все, о ком будут говорить еще там спустя 100 лет. Он был в диалоге с обществом на языке своего таланта. Да. Поэтому, когда по отвыканию от вредных привычек мы будем показывать приемы раскрепощения, приемы освобождения от блоков сознания и тела, вы будете выходить на свои таланты, и поэтому будете отвязываться от вредных привычек быстрее. Да. Еще кто у нас среди молодых там, который мог бы быть, ну, как пример, вот сейчас, кто счастлив в своем деле, да, кто попал на свое место. Слушайте, ну, на самом деле много талантливых молодых ребят там, типа, я совершенно не поклонник их, но просто знаю, что они все равно талантливые, типа, там, Моргенштерна, молодежь сейчас их очень любит. Ну, то есть, вот в Давай таком... будем их приглашать, пускай наши Будем участники приглашать, они школы придут. «Человек будущего», пусть, пожалуйста, все пишут, кого бы хотели видеть у нас в школе «Человек будущего», мы будем приглашать. Придут, не придут, это их дело, мы им даем возможность, потому что ключ нужен каждому. Ключ нужен каждому, и не удивляйтесь потом, когда кто-то из них у нас появится, не удивляйтесь. Да, на самом деле, нам может человек нравиться, а может не нравиться, но если он отвечает духу времени, да, тому, что сейчас, условно говоря, в тренде, почему бы нет, человек выражает себя Зададим по-разному. вопросы, которые нас интересуют. Мы зададим волнующие нас вопросы. У Да, нас как люди могут стать творческими, да, эти люди когда-то тоже были никем и стали кем-то, да, то есть да. если мы говорим сейчас о отвыкании каких-то вредных привычек и уж тем более тяжелых зависимостей, Слушай, ты то обещал показать свой прием, который ты говорил, что ты можешь. да. Я покажу в прошлый раз прием, который с глазами на затылке не у Нет. всех получилось.
Если кому интересно, переходите в телеграм-канал, я подробно объясню. Это на самом деле очень простая техника. Сегодня дам еще проще. Такая же механическая техника, которую дает Хасай Магомедович. Настолько простая, что вот вы сделаете ее 100%. Да? То есть тут не нужно вообще никакого воображения, просто механическое воспроизведение. Итак, начнем. Начинаем считать с 99 или со 100 в обратном порядке до единицы. Каждый выдох. Ну, к примеру, 99, 97, 95, 93. Опять же, вы не дышите специально, вы просто считаете каждый свой выдох, да? Я сейчас дал вам даже усложненный. Вы можете делать 99, 98, 97, 96, 95. Но если вы усложните и будете считать через одну, да, вы погрузитесь максимально в это нулевое состояние. То есть альфа-состояние будет максимально глубокое. Как только вы дойдете до нуля, вы вообще обо всем забудете и будете находиться в этом состоянии, ну, еще какое-то время просто по инерции. И есть более изощренная техника, о ней я буду рассказывать в нашем телеграм-канале. Переходите, подписывайтесь туда. Мы будем, во-первых, анонсировать наше мероприятие с Хасаем Магомедовичем по отвыканию от зависимости. А я еще покажу там 5-секундную, то, что обещано. Так что, друзья, берите этот прием, который сейчас Максим нам показал, берите тот прием, подбирайте то, что вам подходит, потому что принцип ключа – это не шаблон именно какой-то прием, а именно подбор путем перебора, то, что вам лично подходит, потому что сам процесс подбора путем перебора развивает творческое мышление, открывает ваши таланты. Как раз все с одним сходится. Пазлы сходятся. До встречи, друзья. Подписывайтесь на наш телеграм-канал, пожалуйста, не Да, и теряйтесь. напишите, кого вы хотели пригласить в школу «Человек будущего» Homo Futurus из ваших кумиров, в кавычках говоря, да? Кого Да, хотите. может, мы не те кого-то назвали, мы просто сейчас можем и не ориентироваться в том, кому кто сейчас наиболее популярен. Напишите, кого бы вы хотели.